Так, ну, интересное место. Что он делает? Толкает? Да, они водой быстро заполняются вот через карьер. До отсечки. Ну, опасно, да. Сейчас он влево попробует. По бетонке. Ну, зацепиться, да, одним колесом. По бетонке. Разгазовывает. Что, все? Недостаток бензиновых силовых агрегатов, да? Нет, завелся. Все, штурман плавает. Вообще резина уже такая. Да, подношенная, да? Подношенная, поэтому он так роет. Хорошо будет. Очень уверенно. Эвакуация. Желтый-желтого. Надо якорь еще, наверное. Там он уже прилип хорошо. Вырвет. Да, может. Тут механика. Все, тут уже сам дальше. В общем, вот такой Rainforest Challenge Литва. Сегодня плюс чемпионат Литвы. Это, кстати, участники литовского чемпионата параллельно. V8. Сумасшедшая динамика у машины, кстати. Не видел я, какая там коробка. Механика, автомат. В общем, сейчас поедет Яцек. Вот этим самураем. Да, на газу машинка. Горит тут. Может, стоит выносной, это может старый там какой-то, это, не рабочий. Этот участник в прошлом году у нас выиграл в абсолюте. Да? Например. Говорил только что Роман мне, да. В абсолюте выиграл? В абсолюте первое место, да. Rainforest Challenge. Да, Литва. 2018. Это маньяк, да? Ну, скажем, состав. Мне вот он нравится. Вот согнуто, загнуто. Вот это. Но за счет этого же победа идет. Конечно. Да, вот борт мне тут тоже очень нравится, такой интересный, формы необычной, да? Может, вам слышишь, Рокки надо пожевать круто, тоже так? Круто, машина видно, что участвует. Я ему тоже вчера едем, говорит, я боюсь там перевернуть сейчас Рокки, говорит, у нас без каркаса. Мы в шестом месяце, через месяц поедем к ним в этот Элблонг, там будет на военном полигоне. Тоже их мероприятие, там будут склоны, косогоры реально. А сколько длится? Ну, по-моему, 2 дня будет. Там будет ночной или 24 часа там как-то будет. Но в прошлом году мы участвовали, так что понравилось, что за 24 часа реально было, наверное, 3 или 4 места, где машина, в принципе, ровно стояла. И все, да? Яцек, уже едешь? Подготовиться? Что там поведеть? Побачим, як приїдемо, то чи повім. Переведи по-русски. Что? По-русски. По-русски то я вам поведеть. Хорошо. И здравствуйте. Сегодня будет маскарад. Красавчик, блин.
На камеру работает. Да, немцы работают, але добре. Так, сейчас будет стартовать. Я вам еще научу. Что, наставил, оставил документы, паспорт, да? Все, скажи, бы мог до дому вручить. Да, 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 родственникам передать. Так, вот он, чемпион прошлого года, готовится. Какие-то там вопросы с компрессором заканчиваем. Да, 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 так, не на ура, ля-ля-ля, но... Шутки шутками, а подход серьезный, да? Все. Я смотрю, все самые такие подверженные удары места хорошо защищены. Толстый слой металла. Да. И даже морда, видишь, вверху, он капот закрыт. Организатор говорил, что он едет, чтобы вот оперся об дерево и Так, ну вот долгожданный старт. Куда он побежал? Начало посмотрел. А, заход? Молодец, работает. Да, да. Работает не только штурман, но и вот. Это все, конечно, по первом месте. Так и кавал запердалауем. На коче, хиба. Что? Что он сказал? Говорит, за первым местом приехал. А, это... И держит, и держит! Отжигают нормально. Воу-воу-воу, договорено, ребят. Блин, закопался. А Димас проехал. Ну, машина полегче, я думаю. И что, компы ir iškart tą kraštą, visi tiek tau reiks, kaip sakant, nelįsk į to, kur buvo iš šardo, kur išsitraukė ir viskas. Bet Audriu, tiek toli nereikia tau. Šeš, šeš. Да, недалеко. Это как шо, как шо, из дома, Герман? Где вы вернулись? Я не уехал, я остался. Да, они вообще... Да. Я тут, короче, еще прикалываются. А как они так умудрились? Как умудрились? А что они сюда не поехали? А там накопаны, там Land Rover еле достали. Назад вынимали, эвакуация была. Вот этот желтый Land Rover? Да, еле выняли. Механикой. Так что они поэтому... Там и может. Не, спокойно сейчас подготовиться. Ну, время есть. Они вообще, они молодцы, едут, работают, и я слышу, еще между собой прикалывают. Подшучивают, да, мы. А есть колбаса, говорит, на лету. Кидай я, говорю, а не туда. Да ладно, говорит, пойдет ты туда, без башни. Он легко. Легко вообще. Вес машины, это же не сравнить с V8. Смотри, лебедка как работает, как колеса, так и лебедка забирается. Да, механика. Редуктор с Suzuki Vitara, он мне говорил, стоит на лебедке. А у них механика есть, да? Да, да, у них механика. И электро еще. А там наши классные, что нырнули. Смотри, толкает. Стартанул легко. Ну, а выпхал, молодец. Блин, чтобы зубы не выбил об борт.
А, задний снят борт, да, чтобы не выбил? Да. За якорем. Поедут, ты чё? Конечно. А у них первое место в прошлом в абсолюте в прошлом году. Зверьки настоящие, да? Это жесткие ребята. Мы ждали их именно, понял? А там кроме наших никто больше не хочет нырять. Да? Да. Это неплохо. Сегодня, видишь, как-то они вошли уже в колею, да, сегодня? Две машины там утонули. Никто не хочет нырять там? Да, две утонули. Так поехали, покажешь, можешь, кто-то нырнет. А ваши прошли уже? Да, быстренько, за две минутки там быстро. Вообще, ну, своя стихия. Да, у нас к воде как-то мы более привычны. Болото. Да. Время есть. Мы пока отвлечемся на котлетку. Стартанули, пока Яцек там красиво. Хуже идут, чем цена в белой классе. Так, Яцек пошел, смотрите. Красавчик. Все, спокойно уложился в норму времени. Финиш. Финиш прямо возле нас. Что там время? 6.56. Может быть. Что такое? Добже, не? Окей. Красавцы. Ой, ну. Ну хорошо бежал, быстро. Подай фото. Красавцы. Погнали.